Ну что, друзья, это полеты воздушных шаров у нас над Минском. Давай, подержи-ка бы. Ага. Блин, так смотри, они все разные. Так, дай-ка я отойду. И вон еще летят, да их тут десятки будет, ё-моё. Их тут что-то многовато очень стало. Но я такого, конечно, никогда еще не видел. Да, их очень много. Главное, все... Ой, смотри, вот этот вот, вообще красава. Слушай, а там еще один, да? Ну. Ух ты, вот это красотень. А тут, походу, даже и не сдвинулся. Да, это очень красивое зрелище. А представляешь, вот лететь в таком, да? Это круто было бы. Кстати, вот видео не может увеличиваться у меня. Слушай, а эти вообще близко летят. Опасно близко, я бы хотел сказать. Вот эти вот два. Надеюсь, что не сдуются. Но вот это вот очень красивый, мне нравится. Вот зеленый, да, который висит. Эстафету начал этот. И вон еще какой-то красивый полетел, смотри. Да тут все красивые. Не все. Вот этот вот самый такой вот понтовый. Да потому что он огромный и на маленьком расстоянии. Пацаны, сажайтесь! Берите нас отсюда. Самое интересное, где у него находится площадка для этого?